Степа, а как там Рамир после сердечного приступа, не знаешь? Нормально держится. Всем врагам назло. И знаешь, чего нас позвали? Я не знаю. Потерпи, сейчас узнаем. Ой. А вот Баро, собственной персоной. Таван Бахтел, Рома. Таван Бахтел. Говори, Баро, зачем ты нас собрал? Печальные новости, Роман. Но они важны для табора. Вы уже все знаете, что моя дочь Кармелита погибла. Баро, ты нам скажи, кто в этом виноват? Мы... Обстоятельства ее гибели пока не ясны. Миро сейчас в Сочи. Если он выяснит, что к ее гибели кто-то причастен, злодей будет наказан. Но есть еще одна плохая новость, Чавал. Лекса подставил нас с документами на землю. Ну как это подставил? Не, что? Ты же сам видел, как он подписал эти документы. Документы были подписаны симпатическими чернилами, которые высыхают и исчезают. Так что подписи на документе нет. А это все равно, как если бы он ничего не подписывал. Вот негодяй, а? Додумался же до такого. Очередная пакость. Это сколько же зла у этого человека, а? Это что ж мы теперь, опять без земли? Ромала, Ромала, от того, что мы будем проклинать Лексу, подпись на документе не появится. Мы должны решить, что будем делать дальше. Но факт в том, что по-прежнему все имущество табора принадлежит Лексе. Ну как что делать? Нужно наказывать Лексу. Ну сколько он может преследовать наш табор, Ромала? Сколько можно? Правильно сказал Степка. Рубал, ну сколько мы еще будем терпеть этого подонка, а? И что мы такое ему сделали, что весь табор он держит в страхе? Да неужели нельзя найти управу на эту змею, а? Тардён, Румал. Тише. Чавала, я предпринял все возможное, чтобы привлечь Лексу к ответу. Я ездил ко многим уважаемым цыганам и попросил их собраться на Сэндо. Вот это правильно, Баро. Постойте. Они согласились? Да, они согласились. Они были возмущены поступками Лекса. И я уверен, что его осудят единогласно. И как бы он ни извивался, ему придется вернуть нам наше имущество. Значит, сейчас дома не принадлежат нам, так? Да, пока не собралась Сэнда. Но, к сожалению, это будет не скоро. А, получается, что мы все, что мы строим на этой земле, строим для Лексы? До тех пор, пока цыганский суд не вернет нам наши дома. Так значит, кончаем работать? А как же те, которые давно ждут жилье? Я так рассчитывал зажить в своем собственном доме. Ну почему такая невезуха, а? Чавала. Я предлагаю не останавливаться. Давайте будем продолжать строительство домов. Это как же? Мы построим, а потом все Лексе достанется. А вдруг Сэндо решит вопрос не в нашу пользу? Да всякое может случиться. Лично я ради Лекса свою спину гнуть не намерен. Баро, я уверен, что все эти уважаемые цыгане будут на нашей стороне.
А если ему удастся выкрутиться? Он ведь всегда выкручивается. Потом мы потратим наши денежки, да еще собственными руками построим ему дома, так? Такой несправедливости я не переживу, я против. Авелла Море, подожди, не руби с плеча, тут надо обмозговать. Мы обязательно должны достроить дома, иначе нам скоро жить негде будет. А что скажет наша Шувани? Суру мало тракерес. Як хадарен, а вас так и рен, чачо? Я думаю, надо прислушаться к тому, что предлагает нам наш баро. Будет трудно, но надо рискнуть. Румал, да поймите же вы, правда на нашей стороне, и до Сенду нас поддержат. Давайте голосовать. Правильно, давайте голосовать. Румала, кто за то, чтобы не останавливать строительство? Эх, где наша не пропадала? Мурш, чего? Наистуман Гурумал, я знал, что мы примем правильное решение. Накана саро, Джанкары. Идите по домам, Румала. Спасибо. Девлеса, Румала, девлеса, Джан.